Ну, он изначально с вами, да, вместе? Да, да. А, я думала, что это ты же сказала, что пополнение к вам пришло, это из контрактников. Он уже и в плену побывал. Да ладно. Да там такая история вообще. Пошел в город, короче, за самогонкой. Свои же эти коменданты по башке долбанули ему. Вот, и в подвале закрыли, и такие матери фотографии отослали. Ну, не матери, а тёще и жене. Связали его, короче, и требовали денег. Типа, в плену. Свои же наши? Да. Он ДНР. Вот, а потом выяснилось, он действующий военный, вот жена его мне звонила. И тут мы сами тоже туда ездили, потом все выбили, его через начальство привезли.